Всем привет, с вами Олдгеймер, мы тут в фаринге своим, ну в смысле я тут в фаринге. Да, будем говорить не мы, а я. Слушай, у меня возникла мысль, что а вдруг сундук этого, блин, толстого ассасина не закрыт? Ну, конечно, шанс очень маленький, но, блин, мало ли. Тут сейчас никого нету, вон этот сундук. О, точно. Ой, навыки вора заодно подучили. Вот так вот, блядь. Еще что-то изучили, блин, там. Какую-то хуйню. Сейчас надо будет посмотреть. Не знаю, так. Прав ли ты. Ладно. Дневник, в котором он описывает, нравится. Как он спиздил этот камень, и плюс еще... Так, это Уилсон. А, вот, Уилсон, надо сказать, блядь. Да. Шкура Угнара. Шкура Угнара. Отлично, дай мне золото. Налдар у меня только 400. Гнар дал мне только 400. Я знаю, ты никогда не станешь хорошим продавцом шкур, но по крайней мере ты честен. Да. По мне, так ты можешь с нами работать. О, файн, дважи. Я в деле? Теперь я в деле. Что с Томом? Я спрошу его. Спроси. Да, у нас немалая проблема. Куда Том делся? Том, блять, я тут все нашел. Вот артефакт Али. Вот артефакт Али. Я был прав, он его украл. Ты Точно. Знаешь, что это? Камень предков из Нордмара. Ты человек дела. Я не против, чтобы ты работал с нами. Остальное выясни у Уилсона. Что такое камень предков? Нордмарцы ставят их у могильных пещер своих предков. Они должны умиротворять духов. Али никто иной, как подлый вандал. Да не говори. Я могу отнести камень предков в Нордмар. Мы поговорим об этом, когда ты станешь одним из нас. Понятно. Так, ладно. Да. Том не против, чтобы я пошел с вами. Хорошо, но чтобы считаться охотником, тебе не хватает одного. Удачной охоты. На другом берегу реки, у кладбища, постоянно появляются шныги. Горок хочет, чтобы они исчезли. Мы пойдем вместе. Ну, пойдем. Все-таки мне это очень и очень не нравится. Хорошо, хоть этот сундук Али не был закрыт, блядь. Вот он и тот. Помогите, на меня напали. Это была целая банда. Они сбили меня, забрали мой артефакт. Как же я теперь попаду в крепость? Я разорен. Еще один незнакомец в пути. Ты тоже идешь в крепость? Надеюсь, у тебя есть при себе подходящий подарок. Да. Может быть, тебе и все равно. Что за подарок? Что за подарок? Для большого Кана. Я несу с собой артефакт. Понятно. Из Нордмара. Я уже не несешь. Отдал за него кучу золота. Но это вложение окупится. Понятно, что за артефакт? Что за артефакт? Сейчас ты получишь. Это неотесанные варвары просто бросили его на землю. Ты уже бывал в крепости? Нет. Орки не пускают меня туда. Кан очень занят. Но я уверен, что скоро все будет по-другому. Все продажные. Мне только надо выяснить, чем можно подкупить орков. Понятно. Расскажи мне что-нибудь о Нордмаре. Мне еще повезло, что я прошел через перевал. Обошлось мне в 3 бутылки штапса. Понятно. К счастью, всего лишь этой нордмарской сивухи. Эта дрянь непригодна для питья. Ха-ха. Ну и как там в Нордмаре? Да, никакой силы меня туда теперь не затащишь. Там ужасно холодно, и можно легко заблудиться. Если бы у меня не было проводника, я был бы уже, наверное, мертв. А еще он продал мне артефакт. Может быть, тебе и все равно? Куда этот делся-то, блин?
Что теперь? Убей Шныга! Повсюду эти твари! Еще остался один. Твоя песенка спета, тварь. О! Шныги убиты. Шныги убиты. Хорошо, договорились. Теперь ты принадлежишь нам. Мой йог не задержит тебя. Отлично. Замечательно. Гуляй. Как хорошо с двуручником-то. Я много раз тут, блин, убивал этих шныгов. Ну, с луком, конечно, тоже классно. Просто бегать приходится больше. Куда-нибудь забираться. Ну, тут тоже приходится бегать, потому что силушка-то не бесконечна. О, слушай, тут что-то было, блядь. Я помню, что-то где-то лежало. Или, блядь, это не здесь лежало, или это... потерянных богах. Книга какая-то была, блядь. Мне, наверное, показала потерянные боги. Дрова тут, блядь. Хуя дрова на кладбище, блядь. А, ну будем считать, что здесь просто прореживание делали. Убрать тут лишнюю эту растительность. О, отлично, теперь можно переночевать. Блин, много очков еще. Блять, еще. 5000. Ну, не так, чтобы много, но, блин, и немало. Пойду, надо поспать. О, стой, прежде чем спать, надо пойти это. Что-нибудь там силы куда-то. Тут же наверняка куча, блин, добра. О. Пока тут бандюков, блин, они тут расхерачивают. Ну ты ему показал. Зря ты со мной связался. А то будете с ним тут, блин, возюкаться, блин, еще целую вечность. О, можно пойти продать все это говно. Опс. Некоторые проблемы решаются сами собой. Конор, держи у меня Покажи товар. Покажи мне свой товар. Ну во. Верно, но все-таки так дальше не пойдет. Хуже уже не будет. Как всегда, дискотека орков. Что же такого может случиться? Ты правда думаешь? Не думаю, что я... Пойду посплю до утра. С утра мне тут еще до хера дел надо сделать. Прежде чем отправляться, мне тут... Да. Да вот хотя бы и тут будем спать.
бац, до утра. И мне это очень-очень не нравится. О! Мне же надо прокачаться еще. Прокачаться, накачаться. Выучить воровской навык. Вроде утро, блин, так темно. Раннее, наверное, утро. Кто там топорами гремит? Так. Стоять, Морра! В чем дело? Здесь тебе ловить нечего. Поворачивай! Я охотник. Теперь мне можно пройти? Если ты охотник, это еще не значит, что ты останешься в живых. Да. Держись подальше от орков и от большой плавильни. Понял? А теперь иди в Нордмар и постарайся остаться в живых. У меня есть шнапс. Хочешь глоточек? Вы мало что умеете, но шнапс у вас хороший. О. Ба, Мор, ты отравить меня хочешь? Где та штука, что он привозил на той неделе? Так, ага, раздай шнапс. Ты хочешь другого шнапса? Да, Морра. Нордмарского подымка. Одну бутылку моим людям и одну мне. Раздобудь выпивку, Морра, и я буду тебя уважать. Никаких глупостей. Ясно? Да понял, я лаз, ясно. Ну и кто у нас там живет? А, гоблины, блядь. Козлы, блядь. Идем на ровное место, блядь. Вот так вот, блядь. Сколько у вас, блядь, здесь? Иди сюда. Кто у меня? Готов. Злой гоблин, ну, блядь. Еще и злой, блин. Охренеть. Я так тоже умею, блядь. Потом будем добро собирать.
складировали, блин, всех сюда. Сколько же их тут, блин, целая, блин, толпа. Сука. Ладно, пойдем дальше. Во, все. Совсем другое дело, магический корень. Надо собирать, блин, грибочки. А тут-то что тормозит, блин? И там Нормар начал загружаться, блин. Злой гоблин. А у них могут быть пьяные ягоды, это полезно, блин. Они сейчас пригодятся. Так, а что у меня там со шнапсом? Хуяпсом. Тут просто шнапс и все, блин, нихуя у меня нету. Самый дефицит — это морковь, блядь. На юг, что ли, надо отправляться? Что на севере нихуя нет. Морковка везде растет, блин. О, блядь. Ну, злые гоблины, блин. Просто вообще, блин, охренеть, сколько их. Опять я с блинами начал. Надо как-то контролировать свою речь. Материться одно, а блин — это слово паразит. Хочешь сказать — говори, блядь. Что за блин? Еще оладьи скажи. Шаурма. Твою мать. Ладно. О, какой вид. Фото. И для Стима. Так, тому шкуры, блин. Блин, опять блин. Твою мать. Ладно, с этими мы потом посражаемся, успеем. Они нахер не денутся. Может быть, тебе и все равно? Я принес шнапс для Флинта. Нордморский подымок. Крепкий шнапс. Хороший. Я победил шныгов. Эти твари — чистое наказание. О, отлично. Не такое, как Моррон, но все же. Лучше бы ты уладил это сам. Как насчет твоего согласия? Думаю, тебя можно впустить в крепость. Поговори с Гнаром. Он впустит тебя. Ясно, хорошо. Так. Твои приветы дошли. Хорошо. Если хочешь что-нибудь узнать про здешних людей, спрашивай меня. Да.
Мне нужен нордмарский подымок. Понятно, ты был у Майока. У меня больше нет. Все кончилось. Где мне достать это пойло? Сходи к старому бродяге, он самогонщик. Он делает эту дрянь в своей хижине на юге отсюда. Обычно он сам все выпивает, но вдруг тебе повезет. Да. Будет еще хуже. Так, ладно. Лучше бы ты уладил это сам. Можно отправиться на побережье. У меня теперь есть куча очков. Надеюсь, мне хватит навыки вора. А, блин. Ну, что есть, то есть. Ладно. А, этот крепость ушел. Ну да, точно. Так. Так, я думаю, нужно в Кабдун. Там чувак учит. Где там у нас это? Так, стоп, сначала надо нахер переодеться, а то я сейчас начну перескакивать с одного в другое. И меня начнет колбасить. Ну что? Полетели или как? О. Пора, все ждет. Охренеть. Будет херово, если это... Их сдать будет этому. Так, слушай, у этого можно что-нибудь купить. Покажи мне свой товар. У него есть тут посуда, у него есть. Давай сюда. Так. Научит меня этот хуй, блин, что-нибудь. Мелкий торговец. Что у этого мелкого? Покажи мне свой товар. Хера, у него тут пиво. Будем знать, что у него пиво есть. Если понадобится, прилетим. О! Секунду. Расскажи мне что-нибудь о воровском промысле. Хорошо. 24, мне надо 30. Продолжай. 29. Хорошо. Научи меня, как взламывать тяжелые замки. Понятно. Хочешь добраться до действительно ценных вещей? Да, хочу. Держи отмычку кончиками пальцев. Так ты будешь ее лучше чувствовать. По шороху ты можешь понять, в правильную ли сторону двигаешь замочный механизм. Понятно, 3 очка осталось. Хорошо. Покажи мне свой товар. Даже этот у меня херовый. Куртка вора 20-20-15. Да. Ну что ж, пора приступить к апробации своих новых навыков. Так, Венцелю надо. Мы же революцию сейчас не будем делать, блять, надо сохранить. О, вот так вот, забыл включить.
Эй, ты чего хочешь? Иди нахер. Сундук скрыл. О, нет. Только не надо, пожалуйста. Ах, так ты не орк? Как ты сюда пробрался? Ну что, сильно похож на орка, твою мать. Кто ты? Мое имя Венцел. Я паладин. Родом из Монтеры. Сражался там против орков. Что произошло в Монтере? Однажды утром, перед восходом солнца, город окружили орки. Это был конец. Почти половина наших людей нашла смерть. Остальные стали рабами. Почему тогда ты пленный, а не раб? Один из охотников за рабами притащил меня сюда и продал оркам. С тех пор орки приходят сюда каждый день и допрашивают меня. Они требуют от меня выдать место расположения повстанческого лагеря Редака. Что ты знаешь о Редаке? Редак. На побережье это единственное пристанище для нас, повстанцев. Понятно. Я скорее умру, чем назову кому-то место, где прячутся мои братья. Да ладно, расслабься. Кроме как в Редаке, где-нибудь еще есть повстанцы? Они повсюду. Во всех уголках страны есть группы, которые противостоят оркам. Они скрываются в лесу, в пещерах или скалах. Орки никогда не смогут найти их всех. Мы успокоимся только тогда, когда наше королевство снова станет свободным. Я спас твой кубок. Хорошая работа. Я горжусь тобой. Кубок должен быть у магов огня. Это огненный кубок, очень редкий и безумно ценный. Больше я об этой штуке, к сожалению, ничего не знаю. Так, ладно, освобождать город мы пока не будем. Все, отдыхай дальше. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Пойдем, пройдемся сейчас по сундукам, у нас до хера. О, сейчас к Али надо заглянуть. Нет, не Али, как его зовут. Какое-то имя, Зазель какой-то. Толстый. Сейчас тут надо пройтись. Теперь надо, поскольку мы зря что ли изучали, может что ценное найдем. Сохранится. Так. О. Ничего хорошего, но денег куча. Отлично. Так, где у нас еще, сундуки? Там. Ладно, надо пока одеть этот костюмчик. То, что там могут опять вдруг понабежали. Вот. Враги ж всякие могли прийти сюда. Мы сейчас проверим. Столько сундуков оставались без присмотра. О! Наглый гоблин.
Что мы тут имеем? Волна пламени. Ну, ничего такие. Деньги можно будет заработать. Деньги, конечно, в данном случае это не главное. О, руда. Отлично. А тот сундучок? А этот я уже вскрыл. Так, там у нас охры. Может быть, охров попробует хуячить? Давай попробуем. Мы ж уже не мальчики. Ну, пару мы не будем брать. Надо одного вытащить. Ну, не такой уж он и здоровый. Улетел вниз, блядь. Ой, драконом на корм. Хе-хе. Он и второй. Ну, с двумя все равно не надо. Кто не уебет, мало не покажется. Даже и нихуя не сильный. Пища рудокопа. Так. Что мы тут маем? Кроме груды костей. Катулка. Хуя нет. Так, ящерица пусть все живет на здоровье. А здоровье. Агролист. Это нам все нужно. Это застрял на полпути полета. Ха-ха-ха. Так, ладно, значит, с ограми мы, в принципе, разбираемся без всяких проблем. А сюда я не ходил. Или ходил, хуй знает. Не вижу ничего здесь интересного. Пойду спущусь ниже. Теперь пройдемся по городам. И все зачистим. Ну, невозможные замки вообще учить не будем. Потому что сундуков этих мало. Толку с них вообще ни хера.
А там воровской навык тогда охеренный. Это ежели что-нибудь еще там надо. Ты сука, блядь. Как-то я неудачно, блин, начал махать. И тут как-то... Ну, хер узнать. Неважно, как, блядь. Главное, что неудачно. Грибы собираем. Ну, грибы без травы глорха. Может быть, где-то трава попадется. Много. Надо изучать места, где я. До хрена. Насобирал. О, а, это этот огр, который сверху свалился. А там дракон. А дракона я смогу, блядь, зажарить? Ого! О, блядь! На! Гондон, блядь. Огр. Кистень огров. Сколько у нас там кистень? Силище надо охуенную. Он-то хорошая вещь. Урон 103. А, всего 100. А, ну это изношено. А если... Ну силу надо 450. Где ж такую силу-то, блядь, взять? Не, ну можно, конечно, качать. Так. И ходить с этой дубиной. Да там все будут убегать, если уже он, чувак, может тащить дубину, а тем более махать ей свободно. Огров, то от такого чувака надо текать в первую голову. Хрантрава. Ржавый меч. О, кольцо. Подожди-ка. Ну, хоть сундуки и нашлись.
Знаешь, надо будет и отмычки покупать. Так, слушай, а дракона сможем увалить из? Или нихера? Так, ну, во-первых, надо переодеться в этот костюмчик ассасинский. Ха, сука.